Добрый вечер, дорогие мои зрители. Я сегодня вечером 29 апреля 2024 года гуляю по вечернему Ташкенту. Здесь на площадке концертного зала, можно сказать, Дворца форумов Узбекистан проходит международный джазовый фестиваль. А здесь аллея, и тут молодые каштаны цветут повсюду. Сейчас немножко пройду. Здесь, по-моему, красиво. Ну, короче, в Ташкенте весна, город в зелени утопает, деревья цветут, пахнут очень сладко, приятно.